Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля, пояснителем текст историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Сегодня у нас картина Сергея Васильевича Иванова «Стрельцы». Ну вот кратко по тексту. Картина точно передает внешний облик стрельцов, несущих дозор в своей слободе. Они имели форменную одежду, характерные кафтаны и круглые, отороченные мехом шапки, на которые в военное время надевали блестящие круглые каски. Каждый полк стрельцов имел свои цвета одежды и собственное квадратное расписное знамя, созданное мастерами оружейной палаты по проекту «Лучший художник». Главным оружием стрельцов была пищаль, заряды к ней носили на широкой перевязи под тронтаж. В ближайшем бою применяли бердыш, копье, саблю. Каждый полк располагал артиллерией на конной тяге, собственным оркестром из ударных и духовых инструментов. Стрельцы делились на московских и городовых. В 17 веке в Москве базировалось около 20 полков по 1000 человек, располагавшихся собственными слободами вокруг полковой избы. Стрелецкие слободы широким кольцом опоясывали столицу. В мирное время стрельцы пеших полков несли караульную службу на окраинах города. Они же с топорами и ведрами, трубами медными, водопускными и с баграми тушили пожары. Появились они в 1540-е годы и сразу заняли прочное место в русской армии. Их мужество и воинское искусство прекрасно проявилось уже при взятии Казани. В 1552 году отличились в Ливонской войне, в составе всенародных ополчений в смутное время при защите Москвы. В 1670-х годах стрелецкие полки храбро бились под Азовом, который именно благодаря стрельцам был взят позже Петром I. В бою для стрельцов были характерны высокая стойкость и умелое использование артиллерии. К концу 17 века они повысили свою огневую мощь за счет применения ручных гранатометов и пищали винтованных. Во времена второго крымского похода плотный огонь стрелецких полков буквально смел с поля Орду. Расформирование стрелецких полков было связано прежде всего с усилением полицейских функций армии. Уже во время массовых городских восстаний конца 1640-х годов стрельцы заявляли, что они с черными посадскими людьми драться не будут. А в 1682 году они сами возглавили мощное народное восстание в Москве и во многих других городах. Ну вот немножко так кратко о картине Сергея Васильевича Иванова «Стрельцы» из сборника «Картины по русской истории» российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля, пояснительным текстом историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Все, пока-пока, до свидания.